Волонтеры ЧГУ имени Ульянова посетили детский дом в Порецком районе. Кому и для чего нужны такие встречи, узнавала наша съемочная группа, которая присоединилась к студентам. Как отличить съедобное от несъедобного, как оказать первую медицинскую помощь в лесу и почему соль – самая необходимая вещь в походе. Про это не только рассказали волонтеры воспитанникам детского дома Порецкого района. Они подготовили для ребят квест-игру по программе подготовки к походам. Эта повязка называется повязка Дзюдзо. Она иммобилизирует ключицу, плечевой сустав и локтевой сустав, благодаря чему ключица остается неподвижной. Хотелось бы как-то привнести свою лепту в их развитие. Вот, потому что сами понимаем, то, что мы, например, выросли, играя, гуляя, далеко ходить в лес, в парк. А тут мы все-таки думаем, что немножко замкнуты они. И, соответственно, хотелось бы помочь их им в социализации. Воспитанники детского дома с удовольствием приняли участие в игре и узнали много нового. Про технику безопасности там, ну, не все, конечно, знала. Эвакуируется как нужно, правильно. А еще в медицине, там, где, ну, как раны заделывать, узнала. Волонтеры ЧГУ постоянно выезжают в различные детские дома и реабилитационные центры Чувашии с разными программами – развлекательными и образовательными. В этот детский дом они и другие волонтерские организации приезжают не в первый раз. Недавно были на весенних каникулах Чебоксары, они показывали нам город, показывали музеи, где находятся, посещали музеи, привозили последний раз лыжи, спортивные мячи и так далее. Приезжают, частенько бывает. Уже совсем скоро ребята смогут применить полученные знания на практике. В следующий приезд волонтеров они отправятся в самый настоящий поход по живописным местам Чувашии. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.